Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня хотел бы продемонстрировать небольшой видеообзор винтового воздушного компрессора с приводом от электрического двигателя Fini Plus 20 производства компании Fini Италия. Это компрессор европейской сборки из полностью европейских комплектующих. Сделан еще был в предыдущий технологический уклад, когда делали все на десятилетия, и ресурс работы компрессоров действительно был там 80-100 тысяч моточасов. У нас здесь представлен БУ компрессор, его характеристики. Мощность электродвигателя 15 кВт, производительность 2350 литров в минуту, давление рабочее 8 атмосфер. Сделано в Италии. Данный компрессор имеет наработку 20 500 часов, что в принципе немного для такого компрессора. Он отработает еще минимум два раза по столько же, а то и три. Компрессор попал к нам в очень достойном состоянии, находился в производстве. Насколько я понимаю, ребята делают компрессоры, и вот у них, у самих компрессорщиков стоял вот такой вот замечательный винтовой компрессор. Значит, что по нему? Естественно, он прошел полную диагностику в нашей компании и далее предпродажную подготовку, которая включала в себя, значит, ревизию винтового блока. Мы заменили подшипники. Вот такой блок у нас стоит. Естественно, мы заменили все рукава высокого давления на новые. Мы заменили ремни. Мы провели техническое обслуживание с использованием масляного фильтра, сепаратора, воздушного фильтра, масла. Провели ревизию электрической части. Вот. Кнопочку поставили новую. В настоящее время компрессор в идеальном техническом состоянии. Предлагаю запустить. Посмотреть, послушать, как он работает.
обращайтесь в нашу компанию, приобретайте компрессорное оборудование новое, а также БУ с полной ревизией и с сервисной гарантией. Благодарю за внимание. До свидания.